Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Креатив, и сегодня мы будем выживать. Короче, мы будем умереть. Вот, у меня ничего нет. Сейчас, вот, у меня ничего нет. И через примерно 20. И 15 или 5 минут мы идем на алмаз, и мы будем уже богаты. Что же, начинаем. Так, пошлите. Ломаем. Для первого мы вырубаем дерево. Что за сиреноголовый? Да его уже не хватило мне. Что за бред? Да чё за сиреноголовый? Мне уже не хватило сиреноголовый. Естественно, он мне будет там мешать-то уже. Да зачем мне эта сиреноголовый? Напишите в комментариях, что просто удалили в Майнкрафте сиреноголового. Ненавижу сиреноголовых. Просто они меня вообще надоели. Просто играю в Майнкрафт. Они мне мешают и убивают меня, когда я свои любимые железо и алмаз найду, то он меня сразу же убьет просто за одну секунду. Как ты? Он уже надоел, знаете? Пишите в комментариях, что сиреноголовый убрали из Майнкрафта. Вообще не придумали этот сиреноголовый. Мешают сейчас. Играет этот Майнкрафт. Вообще ненавижу это сиреноголовых. Да еще это сиреноголовых. Да что за сиреноголовых? Надоели. Сиреноголовый. Ну, наконец-то он уже пропал. Ладно, давайте. Вырубаем дерево. Крафтим дубы выдосы. Так. И за собой верстак. Да он меня уже надоел. Наконец-то он пропал. Ищем шахту теперь. Я продолжал копать, и также у меня заспавнилась корова. Также у меня заспавнилась овца, и понемногу территория становилась все больше и больше. Я скрафтил туда своих сыновей, чтобы они не пропали. Так я и провел свой первый день, продолжая копать. Так, ломаем. Здесь. Номер два мне уже начали встречать. Ага, там я вижу как-то дырочку. Незамедлительно я сделал себе каменную кирку и также скрафтил себе печки. Начало встречаться первое железо. Нет, это не то. Так, еще выше. Давайте поднимаемся. Может, там будет угли. Ай. Здесь ломаемся. Здесь.
за вред? Надоели. Если я не успел, то не грустите, сделаю вторую серию обязательно. Если я не успею, вам это интересно, то не расстраивайтесь, сделаю вторую обязательно серию. Здесь, значит, ничего нету, да, поняли? То мы тогда будем в следующей серии в другой мир, да? То значит, ну тогда, наверное, мне повезет, и я найду алмазы или железо. То значит, что? Подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами был я, Креатив. Всем пока. Всем удачи.